Россия и Армения всегда были духовно и культурно близки. Основа этой близости в гуманитарной, в гуманистической природе русского человека, в широком и открытом армянском характере и братстве наших христианских церквей. Связи наши уходят вглубь времен, однако и сегодня в России хранят память об истории и культуре Армении. Мы знаем и любим музыку Арама Хачатуряна, полотна Мартироса Сарьяна, фильмы Сергея Параджанова. Общее духовное пространство, прочные человеческие узы и глубокая историческая близость – вот основа неразрывной связи наших великих народов. И когда мы слышим волшебную мелодию дудука, древнего армянского духового инструмента, мы одинаково испытываем восхищение и трепет перед музыкой, которая не знает границ. От имени компании «Армросгазпром» я поздравляю с прекрасным юбилеем компанию «Газпром» и председателя правления компании господина Миллера. Спасибо вам большое за приглашение участвовать в этом прекрасном мероприятии. Спасибо вам.
наши гости из Армении.